Когда-то здесь была Бухарская слобода и деревянная церквушка, на месте которой построили храм. 200 лет назад он был почти таким же. Но при социализме колокольню взорвали, разрушили стены и только в 2001 году возобновили службы. Силами прихожан стали восстанавливать Вознесенско-Георгиевский храм. Потом его включили в областную программу по сохранению объектов культурного наследия, и дело пошло быстрее. Сейчас основные работы завершены. Были воссозданы стены южного предела, мы можем его наблюдать. Воссоздан свод южного предела. Выполнено окрытие крыши, воссоздана главка. Мы постарались восстановить его в том облике, который был утрачен. Именно завершение, колокольня была снесена. Храм на побережье Туры, поэтому строители провели основательные работы по закреплению грунтов, вбили 24 сваи, которые не дадут церкви уйти под воду. Внутри обновленный иконостас, крепкие стены, теплый пол из гранита. Никакого намека на то, что когда-то здесь были склады овчинно-меховой фабрики. Наш храм, он как двухпалубный корабль, понимаете? И в принципе, при наличии двух священнослужителей, при наличии хоров, там помощников в алтаре, можно параллельно совершать богослужение на двух этажах, не мешая друг другу. В старину второй этаж был летним, холодным. Теперь везде центральное отопление и вентиляция. Во время великих праздников не будет душно. Следующим этапом производства работ на объекте будет разработка проектной документации по воссозданию росписи интерьеров. И, собственно, производство работ в дальнейшем по росписи уже с учетом сохранившихся элементов. Вот они под лесами. Масляная живопись 19 века. Ее постараются восстановить бережно и с любовью к истории родной земли. Татьяна Воротилова, Андрей Захаров, Сибинформбюро.